Всем привет, дорогие друзья, снова с вами Станислав на канале Шоу Стригун. У кого есть дети, тот непременно поймет, почему я сегодня готовлю именно такой рецепт, такое блюдо. Вернее, это не блюдо, это закуска. Дело в том, что дети постоянно бегают с кухни в комнату, с комнаты в кухню и всегда ищут что-то повкуснее. Друзья, делюсь очень вкусным рецептом очень вкусной выпечки. Начинаем готовить. Поехали. Для начала разберемся с тестом. Тесто у меня покупное, это слоеное, не дрожжевое, нам его нужно раскатать. Теперь готовлю начинку, проверенную начинку, которая очень нравится моим детям. Я беру 400-450 грамм творога, добавляю в него одно домашнее яйцо, творог у меня тоже домашний. Также понадобится 2 столовые ложки сметаны. Ванильный сахар также понадобится, я ставлю один пакетик, это 10 грамм, и одну столовую ложку сахара. Так, и все это пробиваю блендером до однородности. И выкладываю на тесто творожную массу. Теперь скручиваем. Теперь нам нужно его порезать ровненько на равные части, примерно по 4 сантиметра каждая булочка. Таким вот образом. Все элементарно и просто. Берем одну из булочек, слегка вот так вот сворачиваем и отправляем в форму. Берем еще одно яйцо. Для того, чтобы легче взбить яйцо, я добавляю примерно чайную ложку воды. И прям кисточкой начинаем взбивать. Сверху присыпаю кунжутом. Отправляем такую красоту в духовку, в разогретую духовку заранее обязательно. Выпекать буду при температуре 190 градусов примерно 20-25 минут. Отправляем. Ну что, друзья, пробуем. Я помню свои школьные года. Там были похожие булочки с похожей начинкой. Очень нежные, вкусные. Друзья, готовьте. Ну что, друзья, готовьте вместе со мной. Радуйте родных и близких, обязательно, конечно, детей. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока.